Привет, привет, мои хорошие. Я рада, что вы заглянули на наш канал. Многие спрашивают, как у нас дела. Дела у Романа на сегодняшний день стабильные. Появилась положительная динамика. Пока еще конкретно ничего не известно, потому что ждут и будут делать повторное МРТ, КТ, обследование, которое уже покажет, как себя ведет гематома внутричерепная. И уже оттуда будет понятно. То есть была первая процедура, на которой была проблема у него с внутричерепное кровотечение, вот это вот гематома. И на первой процедуре, да, была выявлена гематома кровяная. И сейчас за эту неделю, которая будет идти, будет его, то есть лекарствами, медикаментозно пытаться уменьшить данную гематому, и будут пытаться уменьшить эту гематому и смотреть по динамике. И через неделю сделают повторную процедуру и будут смотреть динамики, как она себя ведет. Если медикаментозно не получается, и она не начала уменьшаться, то будут делать операционное вмешательство. Да, как-то это все так, все-то настолько ужасно звучит. Если все-таки гематома не уменьшится и, не дай бог, увеличится, то транспортировать будем Романа в Москву. Будем уже там предпринимать меры. После такой травмы, которая у него, однозначно будет очень долгое восстановление. И после такой травмы страдают многие органы, но чаще всего это слух, зрение. Нам, конечно, сейчас страстей очень много наговорили, что может быть и кома, и может быть паралич, и все что угодно может быть. Сейчас эта гематома не дает нормально функционировать, да? Я очень-очень благодарна всем тем, кто пишет, всем тем, кто переживает, всем тем, кто оказывает нам помощь и моральную, и душевную, и сопереживает, и материальную. Я очень-очень вам благодарна, огромное вам спасибо. У нас были сняты несколько видео, которые должны были быть смонтированы и опубликованы. И с этой бедой у нас, конечно, не до монтажа было. Но есть определенные обязательства, которые необходимо выполнять. И нам на обзор присылали 3D-ручки, которые деткам очень понравились, и мы играли. Сесть и смонтировать это видео, там, где Роман, там, где мы играем, очень-очень тяжело. Я несколько подходов уже делала, пыталась его смонтировать, и я начинаю плакать. Я начинаю смотреть, я начинаю плакать. Я очень надеюсь, что у меня получится смонтировать. И надеюсь, что вам будет интересно. Интересная игрушка. Деткам нам очень понравилось. Играли все вместе.